бьют колокола. Харьков, 27 августа, 17 год, улица Героев Труда, вон на нее трамвай сворачивает. 8.04 по Киеву. И подъехал я с оказии, был на старте триатлона Iron Way в Харькове, на гидропарке. С оказии решил подъехать к региональному центру админуслуг, когда с него уже сняли строительную технику, леса, как он в конечном итоге выглядит. Вон у нас труба Салтовской котельни. В лучах восходящего солнца. Город восходящего солнца. Обращают на себя внимание столбы. Потороченные, перекошенные, учитывая любители. То, что наши трамваи любят дрифтовать, очень даже логичный ход. +18. Ну, в общем, заплыв у триатлонистов был не из жарких. Тут еще газончик даже не сделали, но впечатление это не портит. И тут клумбы замечательные. Вчера был в саду Шевченко после реконструкции части. Его открыли главное. Есть у меня ощущение, что клумбы станут визиткой города Харькова. Просто шикарнейшие. И в парке Горького, и в саду Шевченко. Флаг Украины, флаг Харькова, герб Харькова. А третий флаг тоже герб Харькова. С какими-то добавлениями. Ну и флаг Евросоюза. Да, много комментариев по поводу этого административного центра. Из комментариев обратил внимание на два. Первый: боже мой, как же они его моют. И в общем-то да, с такими неевклидовыми геометриями. Это довольно проблематично должно быть. А второй комментарий: как же они его так строили? Какая же будет аэродинамика? Думаю, в любом случае административный центр, даже при самом сильном урагане, случающемся в Харькове, не превратится в домик или татошки. Ну, выглядит он очень красиво, как с моей точки зрения необычно. А учитывая, что здесь был раньше банальный дом быта, который подчистую снесли
сделали вот такую красотища. По-моему, просто супер. Говорят, начиночка там тоже выше всех и всяческих похвал. Красота. Харьков преображается, конечно. Настоятельно рекомендую тем, кто не был вообще или был давно, парк Горького, сад Шевченко, парк Стрелка на слиянии реки Лопань и Харьков. Посмотрите, есть на что.